Друзья, всем привет! Всех поздравляю с Днем Победы, с великим праздником. Сегодня целый день льет дождь, поэтому сходил на парад и в своем городе. И, так сказать, от нечего делать, за работу принялся. Вот хочу вам показать три ножа, которые я вам рекомендую. И, вернее, на два у меня в наличии и один нож на предзаказ. Вот этот нож SCAD, это универсальный дамасский нож, универсальный разделочный, охотничий, 1500 слоев, твердость, рукоять наборная береста и окантовочки дерева венге. Вообще нож очень удачный. Нож удобный в плане разделки. Видите, носик у него чуть спущен, вот на кончике, если посмотреть. Да? Это для зашкуривания. Кто в теме, тот поймет. Значит, толщина небольшая, 2,4 мм, но здесь ребро жесткости есть. Да, то есть на излом он также будет надежен. Рукоять берестяная. Береста на эпоксидном клее склеена. Шпилька через всю рукоять, вот эта пяточка, она уже вкручивается. Это один из самых надежных монтажей. Здесь для реза сделано так, что вот здесь эта плоскость ровная. Здесь идет небольшая линза вогнутая. То есть это нож, ну, очень... Мне нравится его рез. Мне его рез очень нравится. Я сделал подводы у него 0,3 мм, угол заточки 19 градусов. То есть вот берете и режете что угодно. Шкура, овощи, пищу, там, я не знаю, мясо, рыбу. Без разницы. Это вот такой нож. Его стоимость 5800. Нож у меня готов. В ножнах с сертификатом, что не холодное оружие. Я его вам могу отправить уже, кто первый закажет. Давайте следующий нож, второй нож я вам покажу. И еще, подписывайтесь на мой телеграм, я вам ссылочку в описании к этому ролику опубликую и сверху попробую дать. Почему подписываться в телеграм-канал? Потому что я вот редко сейчас видеоролики снимаю, хотя скоро будет ролик уже с производства, сделаю я вещь из интересной штуки с новой мастерской. Вот. А так я в телеграм постоянно выкладываю, что-то появляется у меня новенькое, я в телеграм. Телеграм. И там сразу можно и заказать. Очень быстро. Вот это большой разделочный нож Викинг. Его плюс в том, что он сделан из порошковой стали М390. Стали у нас больше у поставщиков нету. Сталь одна из лучших нержавеющих. Аналогов в России нет, к сожалению. Цена такого ножа 18 тысяч рублей. Он у меня в одном экземпляре. И я его могу отправить тоже вот после праздников. Рукоять здесь дерево самшит и стабилизированная карельская береза. Нож такой достаточно толстый, 3,5 мм. Нож увесистый, то есть им можно и рубить, и строгать. Тоже принцип такой же. Спуск идет ровный и идет небольшая линза вогнутая. Это для увеличения реза, именно реза, чтобы был больше агрессии в резе. То есть, ну, приятно режет, вам понравится. Следующий нож. Его у меня нет сейчас готового. Вернее, готовый, но он выкуплен. Это моя новая модель. Ребят, кручу-верчу целый день в руках. И очень мне нравится. Как, вот понимаете, каждую мелочь я ее продумал. Во-первых, нож, видите, толстенький, 3,2 мм. Но спуски идут от обуха. Спуски идут от обуха, поэтому сопротивление при резе вы ощущать не будете. Рез будет как у бритвы. Подвод здесь сделан 0,29 мм на 18 градусов. То есть это именно вот тесачок-резачок. Такой прям... прям хороший. Сталь здесь утилитарная, 95Х18, нож недорогой, 4950. Его можно сделать в Х12МФ, в Дамаске, в Булате, в К340, Д2, вот эти стали можно использовать. Элмакс М390 не принимаю заказы, потому что у меня этой стали нету сейчас, и у поставщиков нету. Так, рукоять. Здесь белый акрил, ну и дерево черный граб. Белый акрил используется, ну, в качестве маркера. Потеряли где-то, чтобы можно было его фонарем, когда вот светишь на акрил, он блеск дает хороший. Вот. Рукояточка. Вот смотрите, какая юбочка. Видите, вот здесь вот в серединке такое утолщение и сводится и туда, и сюда. Вы знаете, как он лежит в руке? А? Ой, очень приятно. При этом вот эта пяточка, она не дается скользнуть рукояти, а упор не дается скользнуть пальцу на клинок. Это очень удобно. Носик здесь чуть-чуть я опустил его, прям незначительно, чтобы это видно не было, но было понятно, что зашкуривать им тоже очень удобно. Вот. Ножны в комплекте к этому ножу, сертификат тоже, все это есть.
Нож, значит, у меня ножа нет готового, я его не смогу вам сразу отправить, но принимаю предзаказ на май и июнь. Так что пишите мне, телефончик в описании будет. Всем удачного дня и хороших выходных.